Молодые политики были представлены депутатами Государственной Думы и депутатами региональных законодательных собраний. Представлены были парламентскими партиями, четырьмя. Борис Вячеславович в своем слове вступительном говорил о своей позиции по формированию нынешней, сегодняшней политической системы. Очень интересно было то, как он оценивал процесс развития и становления российской государственности, новой российской государственности. Как мы подходили к пониманию о том, что действующая сегодня политическая система, партийная система является необходимой для развития России. Для меня это было очень интересно, потому что я впервые слышала от первого лица его впечатление как непосредственного участника. Ну а если говорить о категориях вопросов, которые задавали, конечно, это развитие политической системы, те законопроекты, которые приняла Государственная Дума, те законопроекты, которые были поддержаны в первую очередь фракцией «Единая Россия» в Государственной Думе, в развитие предложений, которые внес президент России Дмитрий Анатольевич Медведев в своем послании. Оценка этих законопроектов и оценка того, как они повлияют на дальнейшее развитие и политической системы России, и развитие России в целом. Говорили мы о роли, международной роли России в развитии стабильности глобальной и миропорядка. Говорили о развитии молодежных организаций, о молодежных строительных отрядах. И Борис Вячеславович с большим теплом вспоминал о том, как он сам являлся активным участником строительных отрядов. Говорил о том, как «Единая Россия» намерена помогать трудоустройству молодежи, в том числе занятости летних стройотрядов. На мой взгляд, встреча прошла очень конструктивно, и мне очень приятно, что председатель Бюро Высшего Совета нашей партии, председатель Государственной Думы столь большое внимание уделяет вопросам становления поколения молодых политиков. Это очень важно, потому что это и сегодняшние наши реалии, и будущее нашей страны, и нашей политической системы.